9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, артисты Ульяновского драматического театра имени Гончарова сыграют спектакль-концерт «Звезда Победы». Он рассказывает о жизни и творческом пути народной артистки России Лии Радиной. Лия Ефимовна прошла Великую Отечественную войну в составе фронтового театра «Ястребок» под руководством композитора Василия Соловьева-Седова. Военные годы подарили ей знакомство с будущим мужем, заслуженным артистом России Матвеем Шарымовым. С ним, известным исполнителем роли Ленина, она и приехала в Ульяновск в 1959 году. Ай, а что из меня дали мои родители? У меня были прекрасные родители. Очень скромные. Тогда предпринимателей не было, когда были скромные работяги. Папа прошел всю войну, вернулся, слава богу. Мама тоже была военнообязанная в госпитале. И они мне вселили вот этот оптимизм. Он у меня с молоком матери и с папиной песней. Он брал мандолину, и мы с ним под мандолину пели песни. Театр хранит память еще об одном корифее ульяновской сцены. В 1967 году вместе с супругой, актрисой Ириной Браун, в труппу был принят народный артист УССР Глеб Юченков. Глеб Иванович сделал предложение жене на фронте. Оба служили артистами фронтовой бригады Смоленского театра. Эта супружеская пара дала начало большой театральной династии. Сын народный артист России Константин Юченков был актером сначала Ульяновской, а потом и Тверской драмы. Его первая супруга, народная артистка России Зоя Самсонова, и сегодня служит ульяновской сцене. А их сын, заслуженный артист России Денис Юченков, и его жена Наталья Долгих после нескольких лет работы в Ульяновске состоялись в Москве на сцене Московского театра у Никитских ворот. Я тогда еще училась в институте в театральном в ГИТИСе. Его сын учился на нашем факультете тоже, мы были с ним большие друзья, с Костей, с его сыном. И он приехал посмотреть нас в дипломном спектакле. А Костя решил меня с ним познакомить. Я смотрела его в спектаклях. Настоящий русский артист. С глубиной, с обаянием, с темпераментом, с пониманием жизни, с любовью. И потом вот так случилось, что я вышла замуж за Костю, мы приехали в Ульяновск, мы стали, так сказать, более близко знакомы, близко дружить. Он такой был веселый, удивительно веселый человек. В годы, когда будущие звезды ульяновской сцены шли фронтовыми дорогами, городской театр в Ульяновске не прекращал работу. Война застала коллектив на гастролях в Сумской области Украины, и труппа была вынуждена эвакуироваться, бросив почти все имущество – декорации, костюмы, реквизит. Тем не менее, 30 августа 1941 года театр открыл сезон спектаклем «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова и за год выпустил 14 премьер. В театральных помещениях размещали эвакуированных, в том числе артистов, которые по пути на восток выступали в местах остановки. Ульяновск военного времени аплодировал Центральному театру кукол под руководством Сергея Образцова, золотым голосам Вадима Козина и Изабеллы Юрьевой, Рине Зеленой, артистам Большого театра. Ульяновская труппа пополнилась эвакуированными белорусскими артистами, и одной из первых премьер сезона стал «Обрыв» по роману Гончарова. Чаще него играли только спектакли по Симонову, а всего за сезон 1941-1942 годов театр дал 314 представлений для тружеников тыла. В афише Гончаров, Симонов, Островский, Шиллер, Горький, Бальзак, Лавренев, Катаев, Леонов. 1943 год стал годом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Указом Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года была образована Ульяновская область, а театр драмы получил статус областного. В 1944 году было создано Ульяновское региональное отделение Союза театральных деятелей России, тогда Всероссийского театрального общества. С тех же военных лет ведут свою историю многие учреждения культуры Ульяновской области. Весть о наступлении долгожданного Дня Победы одним из первых в Ульяновске получил актер драматического театра Анатолий Акимов. В ночь с 8 на 9 мая он дежурил по радиоузлу в Ульяновском танковом училище и услышал взволнованный голос Левитана. Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Одно за другим вспыхивали окна домов, город мгновенно проснулся и глубокой ночью высыпал на улицу. Загремели салюты, боевые машины давали залпы на площади, звучал оркестр, юноши и девушки, которые шли к началу смены на заводы, кружились в танце.
Давайте поклоняться доброте. Давайте с думой жить о доброте. Земля добра. Она дарит нас хлебом, живой водой и деревом цветы. Под нашим вечно неспокойным небом давайте воевать за доброту. Ждем вас, дорогие зрители, 9 мая в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова.